Весь июль казанцы спасались как могли. Изнурительную жару и палящее солнце многие переносят сложно. Ждали дождя, как говорится, получите, распишитесь. До конца этой недели жители ожидают дожди. И хотя прогноз показывает плюс 24, плюс 26, планируются обильные осадки. Мы находимся под воздействием глубокого циклона, обширного, который почти неподвижен. Этот циклон сместился с юга. На юге он натворил много бед. Он залил Волгоград, Ростов и так далее, Краснодар. И сейчас вот эта фронтальная система, она вблизи нас находится. И завтра через нас будет проходить. Здесь будут ливни, грозы, опять-таки обильные осадки. В июле осадков практически не было, случилась аномалия тепла. Благодаря этому циклону удастся восполнить больше половины месячной нормы осадков. Ведь только за эти два дня обильных дождей выпала уже 1/3 осадков от общей нормы. Так сказать, достаточно давно не помню такой ситуации, чтобы циклон стоял на месте и постоянно лил дождями. Из-за того, что вот у нас создалась блокирующая обстановка. Надо ждать, чтобы он выдохнулся. Дело в том, что он достаточно неподвижный. У него нет скорости. Он занимает большую площадь вот с такими фронтами. Дальше его не пускает вот этот антициклон. На следующей неделе мы будем находиться под давлением скандинавского антициклона. Дожди прекратятся, и до конца июля будет держаться жаркая погода чуть выше нормы. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.